Киеве состоится уже третий по счету допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко. В Государственном бюро расследования Украины не уточнили, в рамках какого дела будет проводиться следственное действие. Однако директор бюро ранее заявлял, что следующий допрос Порошенко может пройти с применением детектора лжи. Сам Порошенко заявил, что не доверяет ведомству, но готов пройти проверку в прямом эфире на одном из телеканалов. Допрос был назначен на 10 утра, однако его перенесли на более позднее время, так как Порошенко находился в Верховной Раде, где голосовали за отмену депутатской деятельности. 12 августа Государственное бюро расследований допросило Порошенко как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». А ранее Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и бывшего министра иностранных дел страны Павла Климкина. Как высказываются украинские политологи, сам факт допросов экс-президента осложнит его политическую деятельность.